С бензопилой и на каблуках Ольга Ведерникова уже давно разрушила стереотип о том, что предназначение женщины – стоять только у плиты. Помимо журналистики, она в совершенстве освоила такие профессии, как сварщик, плиточник, а теперь покоряет куда более мужскую специальность – вальщик леса. И вот ее первое заваленное дерево. Оля! Знаете, у меня сердце кровью обливается, если честно, перед тем, как начали валить. Как-то жалко. Ну, понимаю, что на самом деле это нужно, потому что дерево было перестояно, да, сухое и так далее. Поэтому, наверное, надо это делать. Профессия вальщик леса довольно редкая, но востребованная. На работу берут лишь здоровых, сильных и выносливых. Кстати, чтобы свалить одно дерево, требуется всего 5-7 минут. Вроде немного, но во время валки с непрофессионалов стекал седьмой пот. Ну, когда смотришь за работой профессиональных вальщиков, кажется, что это легко. А когда заступаешь на их место и берешь их инструмент, понимаешь, что эта работа физически трудная, и легкость это видимая. Многие до сих пор считают, что валить лес нельзя, однако это не совсем так. Вальщики срубают лишь больные деревья, те, которые отжили свой век, иначе они бы сгнили. К тому же из дерева можно смастерить все, что угодно. От предметов интерьера до особняка. А значит, участники конкурса, журналисты меняют профессию, осваивают полезную и востребованную специальность. К слову, по итогам обучения они получат специальное удостоверение о прохождении курса. А вдруг когда-нибудь решатся сменить профессию? Валентина Аскерова, «Наши новости».